я думаю про хоккей, что в нем лучше бы не было тренеров, потому что они очень строгие. И если бы их не было, тогда бы игроки могли бы играть шайбами целый период и всегда бы играли в ничью. Например, в футболе был бы баскетбольный мяч, чтобы ударять, и мяч сразу же бы подлетал. И так бы было бы чуть-чуть интересней, чтобы поймать мяч ногами надо было еще потрудиться бы. Я бы никаких спортов не убирал, потому что все они очень прикольные, и я считаю, спорт нужен, чтобы не быть толстым и всегда быть сильным.